confessa amore mio, io non sono più solo l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero. Салли Волф. «Весной мы встретимся снова», читает Кэт Вилд. Нам не нравятся ответы, потому что зачастую мы задаем неправильные вопросы. Мы не можем прописать диалоги, предсказать ситуации, сделать весь окружающий нас мир удобным для жизни. Мы бессильны перед собственной глупостью и бессознательно делаем одни и те же ошибки. До встречи с Чимином Юнги было много чего непонятно. До встречи с Чимином Юнги сам себя не понимал, но после запутался еще больше. Любовь – это не всегда спасение, не всегда счастье, не всегда навсегда. До встречи с Чимином Юнги не верил в вечное и после не стал. После встречи с Чимином все стало запутанней и в без того непростой жизни Юнги. До встречи с Чимином было трудно. И после тоже. Юнги сидел за столиком на 4 персоны у окна небольшой забегаловки на пересечении 13-й и 94-й по Таймлес-стрит и ковырялся картошкой в своем брусничном соусе. Растворимый дешевый кофе давно остыл, оставив на белой керамике темный налет. На стекла накрапывал дождь, размазывая улицу в нечто темно-серое с боки от фонарей на перекрестке. Юнги поднял уставшие глаза и уставился на барную стойку, за которой складывала салфетки официантка средних лет. Она сидела полубоком к Юнги и болтала ногой в некрасивой, но удобной обуви. Тетя Юнги тоже когда-то работала в подобном заведении и часто жаловалась на мозоли и стоптанные ноги. Бледный кусочек кожи то и дело выглядывал из порвавшегося капрона на голени. Юбка чуть задралась и оголила острое колено. Женщина увлеченно сворачивала салфетки и что-то тихо напевала себе под нос. Казалось, что она и вовсе забыла о посетителях, в своих мыслях, с виду наивная. Вполне себе приятной наружности – но Юнги успел увидеть в ее серо-синих глазах тоску и усталость, хорошо скрываемую под толстым слоем из улыбок, морщинок в уголках глаз и задорных вопросах о кофе или соке. Эта горчичного цвета униформа ей не шла. К ее светлым волосам подошло бы что-нибудь голубого или красного цвета. Этот грязно-желтый оттенял ее круги под глазами от долгих и скучных ночных смен, а того и гляди подработок, чтобы купить сынишке нормальный портфель в школу. Такие люди, как она, повсюду. В огромной толпе каждый второй – это тот, кто зарабатывает себе на холодильник и оплату счетов за электричество. Такие люди прозябают в душных офисах, на стройках, в кафетериях и других работах, за которые хотя бы платят. И есть Юнги. Мечется с работы на работу и не задерживается подолгу, потому что нутро соднить начинает от этой рутины, которая попросту ему противна. Он ищет себя, пробует, смакует, сразу выплевывает или жует из последних сил, надеясь, что окажется чем-то стоящим, а не просто куском гудрона. Юнги ухмыльнулся, узнав мелодию, которую напевала официантка, и вновь вперил взгляд в свою тарелку. Картошка была слишком жирной, недосоленой, но винить повара ему не хотелось. Он его даже понимал. 2 часа ночи, а какой-то идиот заперся в кафешку вместо того, чтобы преспокойно сидеть дома и доедать пиццу 2-дневной давности. Еще бы тут не злиться и делать вкусный фастфуд. Юнги размазывал остатки кофе по бортикам чашки и всматривался в коричневый водоворот, когда входная дверь звякнула, оповещая о новом посетителе. Очередной полуношник, у которого были свои причины не идти домой в столь поздний час. У Юнги они были простыми.
одинокая квартирка с плесенью по углам, ее серые стены и гнетущее чувство одиночества. В воздухе всегда витал запах прокрастинации и меланхолии, протухшей еды и сырости. Юнги метался из угла в угол каждый божий день, в надежде встать уже по фэншуй и найти хоть какое-то успокоение. Но стены так и продолжали быть серыми, и все больше и больше начинало казаться, что точка дзена находилась под самым потолком, на крючке, за который цеплялась люстра. Юнги как мог вытаскивал себя во всевозможные места. Неважно было, бары то, клубы или обыкновенный парк, лишь бы ни одному в квартире. Раздалось звонкое приветствие официантки и тяжелый бух от ее обуви. Она прошла мимо Юнги, бросив на него приветливый взгляд. Тот состроил похожую гримасу в ответ и зачерпнул картошкой немножко сладкого соуса. За спиной слышалось какое-то копошение и скрежет мебели. В окно продолжал барабанить дождь, а на языке образовался неприятный налет от кофе. Позади раздалось очередное бормотание, и послышались тяжелые шаги. Массивная обувь стучала о кафельный пол размеренно, но как-то неуверенно. Слышался лязг цепочки и скрип подошвы. Юнги подпер кулаком щеку и утопил картошку в соусе. В этот момент его накрыла тень. Чье-то тело перегородило свет, а в воздухе запахло палеными шинами и сыростью. Первое, что он увидел, когда поднял голову, — это незнакомые глаза. Красные, опухшие, безумные. Незнакомый парень потянулся рукой к тарелке и, не спрашивая, своровал несколько долек картошки. «Это мое, вообще-то», — сказал слишком неубедительно и прищурился, смотря на незнакомца оценивающим взглядом. «Я вас жду кое-кого». Ответ был лаконичным. «Знаю». Голос охрипший, словно сорванный от долгих криков или целой пачки сигарет подряд. Волосы покрыты моросью, слипшиеся в бледные сосульки. Губы красные, искусанные, а взгляд прожигающий насквозь. Незнакомец больше ничего не сказал. Он без спросу приземлился на диванчик напротив Юнги. Продолжал и продолжал смотреть, не отрывая глаз ни на секунду. Словно одно движение веками, и Юнги рассеется, как дым на ветру. Юнги молчал в ответ. Его не тянуло прерывать эту бесшумную беседу вопросами типа «Ты кто вообще? Какого черта тебе здесь нужно?» В незнакомых глазах Юнги увидел лишь зияющую пустоту и скорбь. Он лениво откинулся на спинку дивана, тот протяжно скрипнул в ответ и скрежетнул ножкой по полу. Юнги достал из внутреннего кармана мятую пачку сигарет с зажигалкой внутри. Незнакомец забрался на сиденье с ногами и принялся почесывать содранное в кровь колено через дырку в джинсах. Юнги зажег сигарету и вперел взгляд в окно. Фонари чуть пошатывались. Ветер, как помело, гонял мусор по мокрым дорогам, пробирался за воротник случайным прохожим, а лицо Юнги прожигал пристальный взгляд. «Завязывай!» — прохрипел он и стряхнул пепел в стакан с недопитой водой. «Курить вредно!» — был ответ, и на губах на долю секунды промелькнула улыбка. Мимо прошагала официантка и бросила на Юнги осуждающий взгляд. Он не обратил на него внимания. Он и сам все прекрасно понимает. Нотации ему ни к чему. «Потому и курю!» Юнги затянулся еще раз и выпустил в потолок несколько колец. Незнакомец улыбнулся шире, прослеживая глазами, как те ударяются о лампы и исчезают за ними в темноте. «А я так и не научился», — с долей ностальгии в голосе заметил парень и притянул колени ближе к груди. Он взял еще несколько долек картошки, примиряясь к соусу сморщенным носом, скептичным взглядом, решил, что и так будет нормально. «Как ты вообще можешь есть это вместе? Не пойму». Юнги просто пожал плечами и потянулся сигаретой к стакану. Но подошедшая официантка остановила его, сухо покашлив. «Тут нельзя курить», — сказала она, явно не радуясь этим словам.
так что с вас $2 сверху за пепельницу». Она поставила перед Юнги новый стакан с водой, а на место старого пепельницу, явно видавшую лучшие времена, возможно, свою личную. «Слышал?» — сказал Юнги и пнул ногой незнакомца под столом по ботинку. «Раз ешь мою еду, изволь платить». Незнакомец закатил глаза, но к карману потянулся. Он вытащил помятые купюры и вручил их женщине. «Вот, за заказ. Пепельницу и чаевые. Спасибо». Так кивнула благодарность, уточнила, нужно ли еще что-нибудь, ориентировалась к стойке, заниматься своими делами. Помещение вновь заполнилось ненавязчивым мычанием мелодии, размеренным тиканьем старых часов над стойкой и потрескиванием табака в крепкой сигарете. Незнакомец полез в другой карман бомбера и выудил оттуда пару детских пластырей с изображением улицы Сезам. Юнги усмехнулся, но ничего не сказал. Да, парень и не обратил на смешок внимания. Он бережно отлепил защитный слой и принялся было лепить пластырь к ранке на колени. Но Юнги остановил его очередным пинком. «Промыть рану нужно, дурень. Заразу занес». Незнакомец взглянул на Юнги, после на колено и широко улыбнулся. Он запрокинул голову назад и засмеялся. Сначала приглушенно, а потом громче. Юнги закатил глаза и потушил сигарету. Он отпил немного воды из стакана и пододвинул его к истеричному парню. «На вот, салфетки намочи, протри, идиот! Да прекращай ржать уже!» Тот вытер с глаз проступившие слезы, и по его сморщенному носу было видно, что сдерживать их бурный поток ему было тяжело. Казалось, что еще одно лишнее слово и действие, и этот парень развалится на месте, рассыплется мелким звонким хрусталем, и ничто на свете не будет способно собрать его воедино. «Да». Парень потянулся рукой к салфеткам, смочил их в воде, расплескав большую часть по столу, и, шипя, протер ушиб. «Всегда забываю», — сказал он уже тише. С его челки падали последние дождевые капли прямо на джинсу. Нос постоянно хлюпал и вытирался мокрым рукавом бомбера. «Ну, спасибо, что напоминаешь». Юнги молча следил за рваными дрожащими движениями покоцанных рук незнакомца. За его неуклюжими подергиваниями, словно ему было непривычно просто сидеть и спокойно что-то делать. Каждый взмах руки плавный, но стремительный. Каждый поворот головы четкий и импульсивный. В его позе была сила, смешанная с желанием быть защищенным. Каждый его мимолетный взгляд на Юнги был наполнен чем-то, что тот еще не смог распознать. Когда ранки были промыты, а пластыри скрыли их из виду, оставив только улыбающиеся рожицы персонажей, выглядывающих из-под рваной джинсы. Когда незнакомец опустил ноги на пол и принялся сырыми, развалившимися салфетками убирать влагу со стола, Юнги произнес: «И как звать тебя, чудик?» Ответ был незамедлительным, словно незнакомец только и делал, что ждал этого вопроса. «Чимин. Пак Чимин». Юнги поднял уголки губ вверх и встал с дивана. Чимин непонимающе уставился на него снизу вверх, не зная, рвануть ли следом или остаться здесь. «Ну что, Чимин, Пак Чимин, не против снова немного промокнуть?» — спросил Юнги и протянул ладонь, догадываясь по нарастающей улыбке, что нет, точно не против. Привыкать к чему-то непросто. Перемены любят немногие, и Юнги не исключение. Вывалившись из окна квартирки наполовину, он зажег излюбленную сигарету и уставился вдаль, через шоссе на новостройку. Даже сейчас, посреди ночи, люди ваяли новое. Возводили стены, открывали окна для чего-то нового, для кого-то, кого они знать не могли и не хотели. Трудились, не покладая рук, возводя этаж за этажом, здание за зданием, просто потому, что им так сказали. Это их работа – делать из груды кирпичей и балок нечто, к чему в будущем люди будут привыкать.
обставлять по своему вкусу, основывать вокруг себя удобную для них атмосферу быта и уюта. Подстраивать этот малюсенький мирок для себя, чтобы у них появилась мнимая надежда на то, что именно этот уголок станет их обителью счастья. Йонги стряхнул пепел, который, подхваченный промерзлым вечерним ветром, упал на капот чьего-то автомобиля. Огонек сигнализации размеренно мигал, попадая в ритм гудению автомобилей на дороге. Йонги поежился и сплюнул горькую слюну. «Ты замерзнешь!» — раздалось тихое позади, и Йонги на автомате обернулся. Чимин, недолго думая, в два шага подошел к Йонги и прильнул грудью к спине, обтянутой тонкой тканью белой футболки. Ее давно было пора пустить на тряпки, но он слишком дорожил вещами, которые ему, по сути, были не нужны. Йонги долго привыкал ко всему, но если привыкал, из головы выбросить этого никак не мог. Спину обдало жаром от теплой груди Чимина, а по бедрам едва заметно пролетела рябь от размеренно бьющегося сердца. «Тудум, тудум. О чем думаешь?» Йонги боднул висок Чимина и выпустил дым в окно. Очередной поток подхватил столб и развеял его в темноте ночи. «О неизменности бытия». Чимин издал приглушенный смешок и обвил руками талию Йонги. Его теплые небольшие ладони легли на грудь, а пухлые сухие губы прижались к шее. «Ты можешь не думать хотя бы 5 минут. Пошли спать. Кровати тепло». Йонги кивнул в темноту и потушил сигарету о карниз, размазывая черный пепел по некогда покрытому белой краской металлу. «Привыкать к чему-либо трудно, но в конце концов привычка станет неотъемлемой частью тебя». И привычка лежать в одной постели рядом с Чимином явно из самых лучших. Когда весна радовала дождями, они неустанно сидели в его квартире, бездельничали сутками напролет. В ясные ночи они раскрашивали небо своими историями, лежа на собранном из лоскутов одеяле, и видели звезды в глазах друг друга. Чимин подносил ладони Йонги к своему лицу и полной грудью вдыхал запах сигарет, касался языком пальцев и смаковал их солоноватый привкус. Йонги без устали зарывался носом в волосах Чимина и покрывал невесомыми поцелуями его макушку. Днем за днем эта привычка становилась зависимостью. До дрожи во всем теле хотелось прикоснуться к этим содранным в кровь коленям и губами залечить каждую незначительную ранку. До скрежета зубов. Хотелось впиваться в выступающие венки на шее и терзать нежную кожу до синяков. Чимин казался Йонги спасением. Его безмолвные молитвы, бескрайность неба, были услышаны. Йонги, сам того не подозревая, хотел быть зависимым от чего-либо. Поэтому он и начал курить. Со скуки, от отчаяния, от потребности занять себя на минуту хоть чем-нибудь. Смотреть на истлевающую тонкую бумагу в своих руках и наблюдать за хаотичными потугами дыма, который забивался в глаза и соднил горло. Поначалу он любил эти моменты легкой эйфории в голове, когда никотин забирался в мозг и обволакивал сознание, лишая ориентации. Но эффект был недолговечен. Чем больше он курил, тем меньше это приносило ему удовлетворение. Это стало простой привычкой и ритуалом. Выкурить одну другую утром, когда во рту словно нагадили. Разбавить скучный досуг. Догнаться после еды. Найти повод, чтобы увильнуть от надоедающего начальника. В никотине он нашел какое-никакое, но спасение. А потом пришел Чимин. Вырос из ниоткуда и разбавил с собой жизнь Йонги. Он бывало ловил себя на том, что смотрел на то, как Чимин ходил по квартирке и просто расставлял вещи. Чимин ничего не выбрасывал, ничего не приносил, не покупал. Он просто расставлял все на свои места. Йонги смотрел и понимал, что именно этому углу не хватало того драного пуфика, вдоль и поперек перелатанного на скорую руку. Чимин не выкидывал драные вещи,
Старые вещи, некрасивые вещи. Прикасаясь к ним, он делал их новее, прекраснее, гармоничнее. Теперь в серых стенах Юнги видел оттенки белого, как волосы, алого, как губы, чайного, как глаза. В скрежете мебели слышал шепот, в шуме воды на кухне тихое пение. С Чимином все оказалось настолько простым, мысли уплывали вместе с дымом, боль уходила с поцелуями. Пустота заполнялась горячими ладонями на груди. Юнги иногда не спалось, часто. Ветер в окно бился слишком громко, луна светила слишком ярко, даже за задернутыми шторами. Он вставал, проводил ладонью по сонному лицу спящего рядом парня и уходил на балкон. Рубашка все время была холодной и насквозь пропиталась сигаретами. Она почти не грела, пропуская ветер под тонкий ситец. Локти протерлись почти до дыр. Половина пуговицы давно разлетелась по углам. Пепел попадал на руки, обжигал и тут же уносился порывом. Но Юнги не спалось. Мысли возвращались одна за другой, застилая здравые смыслы и зарождая сомнения. Юнги не спалось, зная, что хорошее рано или поздно заканчивается. Он как мог отгонял это на время, но то цеплялась за подкорку и следующей ночью влезала в самый центр и пускала корни. Почему так внезапно? Надолго ли? Почему он? Юнги часто вставал в дверях балкона и смотрел на спящего Чимина, который с головой залез под одеяло. Почему Юнги не с ним? Там тепло, там его запах, а не пыльные улицы и никотина. В руках Юнги может быть ладонь Чимина, а не сигарета. Почему Юнги не спит? Раньше в бумажнике Юнги были мелкие купюры. Сотни чеков и визиток, а теперь полно пластырей и дешевая фотка за доллар из автомата в торговом центре. На ней Юнги счастливый. На ней счастливый Чимин, который смотрит на Юнги взглядом, который тот так и не мог понять до сих пор. Кажется, что Чимин вообще никогда не моргает. Чимин не любил улыбаться без повода, потому что говорил, что так он не видит Юнги. Чимин все время касался, даже секунду, словно проверял, что Юнги настоящий из плоти и крови, что это не иллюзия и что он и правда рядом. Юнги любил это и не понимал. Иногда Чимин, заваливаясь домой с работы, первым делом падал на Юнги и сжимал его до хруста костей. Иногда попросту залетал в дом с видом бешеного зверя, глазами во все лицо, и душа в объятиях успокаивался. «Я так рад, что ты здесь», — говорил он в шею Юнги едва слышно. А Юнги старался не дрожать. Чимин был зависим. Стал практически сразу, как встретил Юнги. Юнги тоже хотел стать зависимым от чего-то. Но, похоже, стал тем, в ком нуждаются. Это пугало, это льстило, это придавало силы и уверенности, это утомляло. «Я просто хочу, чтобы ты был рядом», — говорил Чимин на каждый недоумевающий взгляд. «Пожалуйста, будь со мной, Юнги», — говорил Чимин, зарываясь пальцами в темные волосы и впиваясь жадным поцелуем в губы. «Пожалуйста, будь», — укусом в шею прямо над ключицей. Юнги был всем для Чимина. Юнги хотел, чтобы и Чимин стал для него тем же. У Юнги тату на шее. Не первое, но было так же больно. Алый контур пухлых губ прямо над ключицей. Она останется с Юнги навсегда. Но зачем, когда Чимин рядом? Юнги думала об этом, выкуривая уже третью сигарету подряд. Той ночью еще и моросило. Капли с карниза этажом выше лениво капали на руку и скатывались вниз, пропадая в темноте ночи. «Хватит мысли. Прекратите, пожалуйста». Был поздний вечер. Тучи собирались над городом, предвещая о проливном дожде. Юнги порылся на стуле и надел любимую куртку. Он проверил свой телефон. Сообщение от Чимина. «Так что за повод, Юнги?» Он нажал на блокировку экрана, запихнул телефон в карман джинсов и, схватив ключи из миски на столе, вышел из квартиры.
Чимина всегда было много. Чимина часто не хватало. А Юнги бросала из стороны в сторону, как лист во время урагана. Его уносило далеко за пределы сознания, прибивало к углу дома, закидывало куда-то на крышу или забивало в водосток. Юнги хотелось понять, что с ним, что с Чимином. Все взгляды, касания, поцелуи, слова, крики, смех. Все это так привычно, всего было так много, а когда Чимина не было рядом, пусто. Юнги коснулся тату на шее, провел по нему пальцами и свернул за угол дома. До перекрестка, где они встречаются, 10 минут пешком. Он успеет выкурить сигарету, и Чимин не заметит. Ему это не нравилось. «Не губи себя», — говорил он. «Будь здоровым, Юнги», — шептал он, забирая из рук зажженную сигарету и тушил ее о подоконник. Юнги кивал. Он хотел бросить, ради себя же, ради Чимина, чтобы отныне одной лишь зависимостью стал он и ничто больше. Избавляться от привычек непросто. Это сложно и порой не хочется. Юнги хотел попробовать. Отдать себя так же кому-то, как отдались ему. На ветру курить неудобно. Порывы подхватывают дым, раздувают огонек. Юнги не хватает, чтобы накуриться. Но он больше не будет. Пообещал себе ради Чимина. Он попробует, постарается. Юнги остановился на светофоре и увидел через дорогу ярко-красную куртку Чимина. В груди приятно потеплело. Юнги нравилось это чувство. Понравилось сразу, это лучше сигарет. Чимин, по видимости, тоже заметил Юнги и помахал. Юнги улыбнулся. Он стал делать так чаще. Юнги достал телефон из кармана и напечатал сообщение. «Забыл, что за великий день сегодня?» «Что?» — был ответ. «Год, как мы знакомы, идиот!» Ответа не последовало. Юнги поднял глаза и посмотрел на Чимина. Тот стоял на месте, как вкопанный, и смотрел на Юнги, не отрываясь. Светофор зажегся зеленым, и Юнги сделал шаг. «Стой!» — что есть мочи, закричал Чимин и рванул вперед прямо на Юнги. «Юнги, стой на месте! Стой!» Но Юнги рванул навстречу. Светофор горел красным. Человек в красном бомбере бежал вперед, смотрел только вперед. Юнги не успел. Он резко остановился, когда раздался визг тормозов и звонкий удар о бетонный столб. Вода хлынула резко, не предупредив мелкими крапинками на асфальте. Юнги сидел в 5 метрах от аварии и смотрел только на вывернутое под неестественным углом тело парня в красном бомбере. Грузовой автомобиль протяжно вопил под головой водителя на руле. «Стой!» — доносилось эхом в голове, а глаза застилала влага. «Чимин!» — сказал Юнги, на карачках пополз вперед, задирая ладони и колени об асфальт. «Эй, Чимин!» Он аккуратно, чтобы не потревожить, прильнул пальцами к алой от крови щеке и смахнул с глаз белую пчелку. «Чимин!» Голос задрожал и сорвался на последнем слоге. Юнги умывал под дождем любимое лицо и пытался растормошить, пробудить ото сна. «Посмотри на меня, эй!» Веки Чимина дрожали, алые капли затекали в глаза и топили чайную радужку. «Иди», — шепнули алые губы. «Что?» — Юнги склонился ниже и прильнул практически вплотную. «Что?» «Иди», — вновь шепнул Чимин. Его голос был хриплым, тонким. «Я спас. Получилось». «Нет!» «Иди. Я буду ждать тебя там». «Что? Не, я никуда не пойду». «Эй, Чимин! Нет, боже, нет! Не закрывай глаза! Эй, Чимин, Чимин!» Юнги хотел, чтобы Чимин был рядом. Он этого правда хотел. Он отгонял мысли в сторону и старался отдавать всего себя другому человеку. У него это начинало получаться. Он становился зависимым от кого-то, как и хотел. Он наконец-то полюбил и добился взаимности. В Чимине было все, чего хотел Юнги. Чимина было много, Чимина стало мало.
Чимина не стало вообще. Он не верил, не хотел. Не мог попросту понять, что, как и почему. Он вспомнил те бессонные вечера и ночи на балконе, когда что-то попросту вещало в его голове, чтобы Юнги не привыкал, не приобретал эту новую зависимость, потому что это будет, если не навсегда, то надолго. Что этим он будет убивать себя шаг за шагом, что каждая привычка и привязанность станет рано или поздно отголоском боли в легких, в сердце, в голове. Но Юнги шел. Упрямо вперед не останавливался и получил то, чего желал. «Иди», — маякнуло в голове сквозь шум дождя. Чужое тело в руках давно перестало мелко дрожать. Яркие пластыри на коленях отклеивались и норовили вот-вот оторваться. «Иди, я буду ждать тебя», — вспыхнуло как маяк. Но Юнги продолжал прижимать тело Чимина к себе и зарываться носом в белесых, слипшихся от влаги волосах. «Там. Нет». Юнги ни за что на свете не хотел выпускать его больше из рук. Он оставит его себе и только себе. Он никому не позволит отнять у него то, что по праву стало принадлежать ему. «Нет. Я спас. Получилось. Чимин, ты просто...» «Смысла нет. Юнги потерял его. Все потерялось. Иди». У Юнги не было сил, чтобы сделать шаг. Шаг от него. Никогда больше. «Я буду ждать тебя. Черт». Зависимость плохо сказалась на всем, особенно на легких. Они не справлялись уже через один квартал, пока Юнги бежал вперед от Чимина, чтобы найти его там. Его ноги промокли насквозь, пелена слез застилала глаза, а дождя – дорогу. Он не видел ничего, он просто бежал. Словно еще мгновение, и он не успеет. Не успеет и больше не увидит его. Он бежал прочь от Чимина. Он никогда не хотел этого. Он бы себе не позволил этого сделать. Бросить и убежать от того, кого он так сильно любил. Закусочная через дорогу неприветливым мигалом вывеской 24 часа. И Юнги остановился. А что, если он ошибся? Что, если это всего лишь игра его больного воображения? Что, если все не? Там не сидит Чимин. Там не сидит официантка в униформе противного желтого цвета. Что, если там больше не подают брусничный соус картошки? Что тогда? Юнги заломал пальцы, стараясь под капли дождя отмыть их от крови хотя бы немного. Он пригладил волосы и вытер щеки от слез. Юнги перешел дорогу и несмело дрожащей рукой толкнул дверь. Та оповестила перезвоном колокольчика о новом посетителе, и Юнги вошел. «Добро пожаловать!» Официантка вскочила со своего стула у стола. Бухнула некрасивой обувью о пол и подошла к Юнги. «Присаживайтесь за любой столик, а я принесу меню». «Не нужно», — покачал головой Юнги, останавливая взгляд на белесой макушке за столиком на четверых у большого окна. «Меня ждут». «Хорошо. Воды и кофе». «Воды». Даже несмотря на нее, ответил Юнги и сделал неуверенный шаг вперед. Тот же красный бомбер, всклоченные шевелюры и прижатые колени к груди. Юнги остановился возле стола и продолжал смотреть, не мигая. Чимин, заметив чье-то присутствие, повернул голову и заглянул Юнги прямо в глаза. Юнги не знал этого взгляда. Юнги помнил этот взгляд у себя же. Тогда, год назад, в тот день, когда Чимин остановился перед его столиком и... Юнги потянулся рукой к тарелке и, не спрашивая, своровал несколько долек картошки. «Это мое вообще-то», — сказал Чимин слишком неубедительно и прищурился, смотря на незнакомого ему Юнги оценивающим взглядом. «Я жду кое-кого». Ответ был лаконичным. «Знаю». Confondo amaro che non mangi più.
nel cuore apre un vuoto più grande del mare.